Сэкономить не удалось. Нелегальную партию смартфонов пытался ввести из Польши житель Бреста. Инцидент произошел на границе в пункте пропуска Домачево. При оформлении на въезд в Беларусь минивэна Рено под управлением 33-летнего белоруса стражи границ заподозрили, что в авто есть тайник. В ходе осмотра машины эти подозрения подтвердились. В общей сложности было обнаружено 28 дорогостоящих смартфонов. Стоимость изъятой партии превышает 85 тысяч рублей. Автомобиль также изъят до решения суда.